находимся уже третий день, чтобы попасть в 16-й кабинет, отдать проекты на установление счетчика. В первый день мы пришли в понедельник, здесь было человек 50, люди не попали. Пришлось прийти во вторник, вчера мы приходили, тоже не попали. Сидит один человек, который принимает людей с проектами, выписывает квитанцию об оплате. И потом опять же этот человек принимает квитанции, проплаченные квитанции, и назначает дату на монтаж. Вот. Я обращалась в 20-й кабинет к начальнику, чтобы как-то помочь одному человеку, посадить еще кого-нибудь, чтобы принимали хотя бы проплаченные квитанции, потому что дважды создается очередь. Вот. На что он ответил: у нас людей нет, этим занимается бухгалтер, вот, и помочь мы ничем не можем. Мы не можем на каждого из вас посадить по отдельному человеку. В этом помещении кассы нет, оплатить люди не могут. Поэтому приходится рабочий день тратить для того, чтобы за свои собственные деньги установить счетчик. И люди занимают очередь, если они работают с 9 часов, то люди приходят в 5, в 7, в 6 утра, занимают очередь, чтобы сюда попасть. И принимает один человек. Но неужели нельзя посадить еще кого-то, чтобы облегчить это все? Мы не просим установить нам бесплатно счетчики. Мы платим за это деньги. За наши деньги мы приходим сюда по несколько дней в неделю, чтобы записаться на очередь для установки счетчика. И уже с 1 апреля, вот сейчас женщина вышла, было 2500, уже 2800. Уже опять у них цена подорожала. Пока проект выписал, 2500 сказали, сейчас мы пришла 2800. Так вы эти 2500 мне сказали. Вы это 1 числа дороже. Все. Вот и как дальше? И в таких очередях сидеть. Ну, з усім, вона мені тоді посчитала, сказала, мені 2500 будете, все посчитала. Зараз вона мені вважає 2700, так, там 2600, ну, в общем, 90. Я кажу, так тільки 2500, сказала, з першого числа ви дороже, з кожним днем. Поднялись тарифи, і люди всі зараз пішли заказувати установку счетчиков масово. Тільки із-за цього. І кожен день приходить, ну, человек 20-30, когда и больше в день приходит. Мы же вроде бы решаем, записываем людей, говорим, принимаем их и рассказываем, что приходить. Кому хоть примерно распределяем. Но все равно же, как люди зачастую делают, ему скажут 10-го, он приходит 8-го. И занимают очередь и сранья. Ну, вчера люди говорили, что они в 7 часов поприходили очередь занимать.